Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован Китаем из-за ситуации вокруг КНДР и обвинил Пекин в бездействии. Об этом он написал в своем твиттере. По мнению американского лидера, Китай ничего не сделал для решения проблемы с Северной Кореей после запуска очередной баллистической ракеты. Хотя с легкостью, считает Дональд Трамп, мог решить ее. Между тем, Пекин призвал Пхеньян соблюдать резолюции Совбеза ООН и отказаться от действий, ведущих к эскалации ситуации.